Раз, два, три. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Николай. Вы на канале Престарт. Продолжаем играть в Red Dead Redemption 2. Сейчас по заданию. Вот нам двигаться за Хавьером. Кого-то надо, я уже не помню кого, но кого-то надо найти. Где-то в горах, на морозе. Его не было уже 3 дня. Ага. Показывает, где у нас здоровье у лошади. Лошадиные следы. Посмотрим, куда они нас приведут. Послушай, ты там был, Хавьер, что там на самом деле случилось на этом корабле? Ох, какая метель. Мы забрали деньги, все было хорошо, потом вдруг они полезли отовсюду. Охотники? Нет, Пинкертоны. Что там началось? Град пуль. Осторожно, тут обрыв. Ого, да, это вот. Ага, масштаб карты. Во, во. Прекрасненько. Дальше убил девчонку, скверно вышло, но иначе было никак. Вот, мне кажется, самый вот этот лучший вид. Все равно это на него не похоже. Да, там что там? Действительно, да, обрывчик. Туда не стоит. Идти туда не стоит. Они тянутся вдоль всего утеса. Ну да, видно следы какие-то. Дэви подстрелили, Майка и Джона тоже ранили. И вообще удивлюсь, что нам удалось уйти. К тому времени, когда вы подоспели, мы держались из последних сил. Чтобы включить кинематографический режим, нажмите «Удерживайте». А, ой, какая красота. Чтобы автоматически двигаться по дороге с тропинки. Опять чертов снег. Да, если поспешим, то следы не заметет. Кинематографический режим прям действительно как вот в фильмах, как в вестернах показывают. Очень даже интересно выглядит. Но нет, это не мое. Оно кинематографично, красиво, но неудобно. Хотя я так прекрасно понимаю, что в игре предстоит очень много провозиться с лошадьми и очень много делать передвижений, но все равно. Может быть, когда, да, действительно какие-то затяжные поездочки, это будет интересно. Но когда будет пальба и стрельба, будет явно не до кинематографичности. Лошади устали. Что ж, немножко свежего снега. Я не уверен насчет этого, Хавьер. Мы не можем идти наугад. Мы где-то вообще по горам ползаем. По горам да по долам. Еще немного, ну давай. Эй, смотри, вот там, видишь? Чё вот там? Горы, да, видим, чё дальше. Чё там можно увидеть? А, вот чё. Птички улетели. Лошадь. Когда-то я ее была. Когда мог... Это же... Посмотрим, слышит ли он нас. Ага. Эй, помогите сюда. Где-то кто-то кричит. Туда, наверх. Куда туда наверх? Куда? Так, осмотреть мертвую лошадь. Выглядит плохо. Ну, да, действительно плохо. Но хотел согреться в ней внутри, скорее всего, я так понимаю. Эй, я здесь, голос идет откуда-то спереди. Кажется, мне дальше там лошадях не продвинуться, придется идти пешком. Да, походу, придется, да. Вы можете нести лишь одно личное оружие, которое можете заменить и носить. А, да вон оно что, я понял. Оружие на лошади, L1. Ага. Вон как дробовик обрез. Раз положил пистолет, взял... Ох, как, ничего себе. Взял дробовичочек. Ну, пойдемте посмотрим, что там. Так. Ну, куда идти, куда? Я же не думаю, что у нас персонаж будет... лазить по скалам а-ля Assassin's Creed. Хавьер. Ай-яй-яй. Не ту кнопочку нажал. Ты уверен насчет этого? Сюда. Джон, на помощь. А, вон, Хавьер оттуда говорит. Ага. Это Джон. Вот мы его и нашли. Его 3 дня не было. Высоко забрались. Да, действительно, они высоко забрались. Там ничего даже не видно. Одна белая пелена. Выносливость отображается в нижнем левом углу. У нас пока вроде все нормально. А, нет. Статус... Прыгайте, карабкайтесь.
Да, она падает. Тут еще такая выносливость есть. Он что, устает еще? Неплохо, неплохо. А как убрать вообще это оружие отсюда? А, вот, все убрали. Хорош. Так, ага. А, ух ты, у него есть дневник. Страница, глава. Ладно, закроем, не туда я. А, все, вот они. На R1. Пусть с плаками пока. L3 пригнулся. Ага, Артур, иди за мной, он говорит. Да подожди, сейчас освоиться надо немножко с управлением. Слишком много всего. Ваш статус выносливости на нуле, а скорость вашего персонажа будет ограничена. Так, подожди тогда. Сумка, что у нас есть? Полностью восстанавливает здоровье, слегка восстанавливает статус. Дорогие сигареты слегка понижают статус выносливости. Нет. Восстанавливает, ага. Давайте-ка печеньки, в горах-то мы еще не жевали, почему бы и нет? Ну, что-то все равно не прибавило. Кажется, он уже ближе, ну же. Что-то как-то вообще, да, печенюшки не прибавили. Хотя написано, что не все прибавляет. Но зато сердечко в этой жизни чуть-чуть, да. Ага, о, как ничего себе. Неплохо он так карабкается. Холодно, да, холодно. Вот какие у него шпоры на ботинках. Ты как? Ужасно. Нам крепко досталось за эти дни. Знаю. О, у него даже дробовичок вон. Но в кобуре висит. Неплохо, на хлебника. О, бурбончик. Не, ну неплохо. Больше не на нуле. Продолжайте есть и пить, чтобы восстановить шкалы атрибутов. Ага. Конечно, согрелся-то. Чё бы и нет. Марстон, ты меня слышишь? Слышишь? А, Джон, ты где? Видимо, Джон этого пока не слышит еще. Я здесь, он кричит. На уступе. Где я? И Кун, где он? На уступе. Он здесь, внизу. Я здесь, внизу. А нафига ты вообще туда забрался? Ничего себе, у тебя царапина. Да, неплохо. Ни за что бы не подумал, что я такое скажу, но я рад тебя видеть, Артур. Либо его порезали, либо это он так тут поковылял. Выглядишь ты не очень, да действительно. Да и чувствую себя не очень. А, теперь еще его и таскать. Я замерзаю. Все тут замерзают, дружище. Чего ты сюда поперся-то? Погоди умирать, ковбой. Ну же, компадре. Идти. Ну, вернуться к тем же путем мы уже не сможем. Попробуем сюда. Вид у тебя, конечно, жалкий. Тут не поспоришь. А, если я не буду нажимать, он в заставке даже не будет идти. Прикольно. Прикольно. И куда нам теперь? Пошли, будем надеяться, мы выйдем куда надо. Прекрасно. Обожаю вот это вот. Любая интересная история начинается с фразы «Я знаю короткий путь». Неплохо так. Прекрасно. Я отвлеку их, а вы доберитесь до лошади. Идите, я отвлеку их на себя. Так. Не допустите их к Хавьеру и Джонсону. Не подпускайте волков. Опа, у нас Гангам Стайл лошади пляшут. Удерживайте, ага. Ох, как так-то? Нате с ноги из дробовичка. Ай-яй-яй. Да ты не их не чёще. На, с ноги, на. Ха-ха. Да хорош кусаться-то. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Чё-чё-чё-чё? Неплохо. Блин. С контрольной точки, да, начнем. Неплохо нас куснули.
Ага. Хорошо, хоть контрольная точка была здесь, потому что, ну, как-то немножко непривычно с таким управлением это делать, Артур. Прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Сейчас посмотрим, сколько раз нам придется переигрывать. Ладно, Джон, пошли, посадишь меня. Прицелиться R2. Держите L2, чтобы сфокусироваться, и нажмите, чтобы привлечь внимание. А, и это квадрат... Ну же, давайте, идите сюда. Минус, ага. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, да хорош. Ну-ка, на-на-на. Так, ну, так. Уходим, пока эти сволочи опять не появились. Да-да, согласен, надо валить. Надо валить, а где моя лошадь? Какая из них моя лошадь? Оружие на лошади L1. Это моя лошадь. Эй-эй-эй, подожди. И не хватало еще, чтобы я сейчас тут еще свою лошадь немножко подстрелил. Следуйте за Хавьером. Давай, Хавьер, уж чуточку побыстрее, наверное. Не, ну красиво, красиво. Ну давай, нам пора возвращаться. Да ладно! Так, поехали. Что-то мне нехорошо. Да и мне тоже нехорошо, уже третий раз переигрываем. Болтовня. Умер через час. Мы это уже слышали. Тут как бы самому бы не это. Ну неудобно немножко управлять лошадью, вот так получается. Что и нажимаешь крестик, и прицеливаешься, и все сразу. Так, вон там они еще опять спускаются. Минус один, три. Так, я, кажется, понял. Главное вот тут сейчас вот не влететь. Ох ты, блин, какой. На, держи. Все, я, кажется, немножко понял, как это делается. Ох, как он влетел, красиво, снежок. Так, а как перезарядиться? А, все, перезарядились. Кажется, оторвались. На, надо было вон как, все, понял. Все сразу стало понятно. L1 убрать оружие. Че, типа все что ли? Спасибо, говорит, что отыскали меня. Теперь это крепко тебе досталось после пули в Блэквотере. Да-да-да, везучий, если ты лопочешь пули каждый раз-то. Нам надо немного проехать по воде, чтобы запаха не осталось ни к чему приводить их к нашему лагерю. А, вон даже как. Придумали твою шрам историю повнушительней. То есть, чуть не умереть от холода, голода, кровопотери, да еще едва не угореть в волчью пасть, этого тебе мало. Не, нормально, чё. А, вперед, ребята, поднажмите. Да и так уже жмем изо всех сил на кнопочки. Дома впереди, мы там разбили лагерь, осталось совсем немного. А, вот лагерь. Ну да, то есть там, ну, 300-400 метров, волки, конечно, не пройдут. Без запаха я нифига не пойму, что тут происходит, что тут люди... Так, ну мы прибыли. А, ну все, можно уже не сзади истошно кнопочку. Или все-таки надо. А, он даже когда нажимаешь, он пришпоривает лошадь. Давайте, помогите. Господи, ты жив. Давай же, вот так. У него даже лицо покраснело у главного персонажа. Давайте, надо согреться, действительно. Для тебя было слишком, да. Спасибо, Артур. Может, еще какую-нибудь кисельную барышню надо спасти? На сегодня хватит. Вы с дачей уже обсудили, как мы будем выпутываться из этой ситуации. Я только что сказал Герштраусу. Наверное, нужно будет отправиться дальше, на восток. Но там же цивилизация. Я знаю. На западе нас ждет еще больше проблем. Идемте, Герштраус, с вами надо согреться. Спасибо, мистер Морган. Так, а мы куда сейчас идем? Нет, он сам уже идет. Он идет сам. Я так понимаю, что в этом лагере они не будут долго сидеть. Мы только делали, что удираем. Ага, мы нашли укрытие. И теперь приводим дух в заброшенном... А, он пишет свой дневник. Даже так, а. Не такой весны я ожидал.
Это они что, до весны, что ли, тусуются? Или просто сейчас идет весна? Задание выполнено, приходит с мыслями о прошлом. Так, узнать кнопку, нажмите кнопку. Так, игрок, сюжет, сеть, про... А, ну, ну и ладно. Так. А, вон как. На его поиске. Ага, поручение, испытание, уведомление, приглашение. Чтобы поговорить с Биллом, идите на П, чтобы поговорить с мистером Пирсоном. Ага, вот, все. Понеслась классическая ерунда, классические вот эти вот задания, как из всех GTA. Но мы пока можем просто посидеть и отдохнуть. Ага, ладно, посидели, отдохнули, хорош. Обыскать столик. Так, что у нас тут столик есть? Ага. Овсяное печенье есть. Ага, возьмем. Так, бутылка с тоником. Так, бутылку с тоником тоже возьмем. Почему нет? Открытая бутылка с тоником. А вот, ну как-нибудь, вот я не знаю, может ему бородку сбрить бы надо. Вы подобрали открытый предмет. Такие предметы наполовину использованы менее... А, вон даже как. То есть, а любой открытый предмет будет крут только лишь наполовину. Так, книгу нам нельзя почитать. Что еще тут есть? Отлично, ты же меня знаешь, это далеко не конец. Когда достанем денег... Ага, с Молли поговорить нельзя, я понял. Нам нужны деньги. Дач. Спасибо, сынок, за твою силу. Для меня это много значит. А, ну, костюмчик у тебя, конечно, хороший. Хозяин, нас там не было. А, Хози, я в курсе, тоже не должно было быть. Так, может, пока посидим, согреемся у костерка. Уже ничего не изменить, ага. Хозе, поговорить, нужно собираться с силами. Ладно, Артур. И что ты там пытаешься разглядеть? Сосиска там все равно не жарится. Так, а что, можно еще с ним поговорить? А, нет, все, реплики закончились. Ладно, я понял, нам надо куда-то туда идти. Так, ну, надо немножко ускоряться. Так, ага. Это не верстак, это не то, о чем я подумал. Так, дач. Деньги хорошо припрятаны в Blackwater. Думаю, что да, они даже не знают, что мы их оставили. Значит, это может подождать. Так, ладненько, посмотрим, посмотрим. Денежки в Blackwater. Так, ну, выйдем наружу. Ага, ох, снежочек. Так, карта, карта, ага. Карта, мини-карта, ага. Так, куда пойти? Куда пойти нам? На П или на Б? А, да, чуть ближе посмотрим, что. Это кто? Хавьер. Хавьер, доброе утро, Артур. А, туда же вот так можно просто. Раз и все. Мы присоединимся к вам, потому что думали, что вы любите заварушки. Старые знакомые. Постреляли чуток, провели пару дней, и все, и сидите и трясетесь с бледными лицами. Кроме тебя, конечно. Вы еще не видели столько кислых рож. Наверное. Наверное, они вспоминают тех, кто погиб. Когда ты погибнешь, мы устроим праздник. Не исключаю. Да, черный юмор. Беляга. На. Понеслась, понеслась. Чтобы надо мной не хочу, чтобы надо мной шутили такие люди, как вы. О, дач. Кольмо Дрискл, вот кому надо рожу начистить. Да, хотите просто сидеть и ждать, когда он сам нас найдет? Давайте, у нас полно работы. Вперед. Ты уверен насчет него? Да, ребятам крепко досталось. Мы все еще в толком себя не пришли. Меньше всего, но нас сейчас хотелось угодить в засаду к Кольму Одрисколу. Идем. Я знаю, что ты его ненавидишь, Дач. Он пришел сюда за нами. Сомневаюсь. Нет, ты просто сомневаешься во мне. Я бы ни за что в тебе не усомнился, Дач. Ты всегда верил, что месть — это роскошь, которую мы не можем себе позволить. И все же это верное решение, Артур. Возьми. Ох, ох, какая красота. И это не только желание свести давние счеты. Они говорили о поездах и детонаторах. Держи. О, лассо. Лассо — вещь прикольная.
Сколько различных гивок и видюшек в интернете ходят, как люди с этим ластом что вытворяют, это просто вещь. Может, тебе нравится жить на диете из оленьих котлет, но я уже такого староват. Мистер Смит, мистер Берсон, мистер Мэтьюс, присмотрите за хозяйством. По круге шастают ребята у Дристола. Погнали. Лассо, да, лассо нам дали. Красота. На юго-запад, да, Артур? Сказал, типа, главной дороги на юго-запад. Они разбили лагерь у какого-то озера. Опа, сейчас будет перестрелочка, походу. Тогда давайте найдем этих уродов и уведем у них ограбление до того, как они найдут нас. Отличная идея. Отличный план. Четкий, как швейцарские часы. Так, не, ну, красиво, красиво, конечно. Ну, такое ощущение, что я все-таки, да, я действительно смотрю какой-то вестерн с Клинтом Иствудом. Да даже не просто смотрю, я в нем участвую, и это с первых минут игры, это действительно стоит того, чтобы в нее играть. Следы лошади много. Все-таки, действительно, атмосфера и погружение в играх играют очень большую роль. И здесь это просто колоссально. Не хватает только вот сидишь, лошадки, чтобы рядом, и вот такой вот шляпы, как у главного героя, и все, и прям будет стопроцентное погружение. Ты же знаешь, что я тебя не брошу. Я давно понял, что Кольма Дрисколла надо бить первым. Да, действительно. Замешкаешься, и погибнут люди. Ваша с ним вражда. Ей надо как-то положить конец этой вражде. Так и будет. Что-то я могу простить, что-то забыть. Но только не то, что он сделал с Аннабель. Но я даже не знаю, кто это. Ты же убил его брата, Дач. Неплохо, да. Да, убил. Ну да. Надеюсь, что скоро они встретятся на том свете. Ну да, вот так все и закончится. Да, неплохая такая мораль. Давай срежем здесь и посмотрим. Дым, дым, я вот... А, вижу дым. Вижу дымочек. Да, хорош. Остановимся здесь. Так, ну я слезу. Так. Ага, ну, значит, ждем. Вот это у него, конечно, крутая коняка. Ну и чё? И чё мы тут стоим? Готовы? Хорошо. А как там кувыркаться? Мы постараемся выяснить планировку лагеря. Да? Нет, ну, снежочек хороший. Так, подождите. Ну и что у нас тут? Тынь. Ага. Ну и ладно, что-то получилось, что-то нет. Так, ну пока нам, я так понял, не дают наш... А, сесть на лошадь можно, подойдите к обрыву. Да подожди, я хочу винтовку. Артур, мы справимся, иди с дачем. Да я винтовку хотел взять, что я вон с одним кортиком-то буду гонять сейчас. Да. Но они прям настолько незаметны вот среди всего белого. Конечно, он в бинокль. Ох, какие бинокли. Так, нам самим нет. Нам самим не дают поворачивать и смотреться. Да, вот они, это точно они. Кольм? Кажется. Да, это он. В галстучке весь такой, в модной куртежке, в шубке. Чем там кого-то подзывает. Ну и, конечно, что они там говорят, мы, естественно, не услышим. Мы смотрим в бинокль. На дворе 19 век. С кем он говорит? Вид у него какой-то очень, не очень-то и радостный. Ага. Отсюда прям видно, какой вид у него. Он кому-то еще по щам надавал. Они уходят. Похоже, да, может, стоит с ним сразу. Нет, Кольм подождет, тут лучше часть из них уедет отсюда. Ну, да и ограбить его будет уже не так весело, если он об этом никогда не узнает. Ладно, давай спускаться.
А, те там двое что стоят, а что получается? Двое пошли туда, двое тут стоят. Не забудь взять с собой винтовку, да? А как он прыгает? Оружие, не добавленное в комплект вооружения перед спешиванием, остается на лошади. Да в курсе я. Там так. Ага, личное оружие пусто. Не понял. А, это не моя лошадь. Ладно. Я тут сразу же как-то все это понял. Ага. Подожди. А где моя? Вот это, наверное, моя. Ты меня слышишь? Тебе понадобится винтовка. Да подожди, я лошадь ищу. Поглажу сейчас сначала лошадушку свою поглажу. Изучите Р1. Скорее бери карабин. Да подожди. Возьму я карабин. Так, без оружия. Ага, не то немножко. Лупар. Ага. Ага, во. Раз, опа, винтовочка. А, вот так вот. Зайдем с дальней стороны и пойдем вон там, как Майк с Биллом. А ты что, с чем? С револьвером что ли собрался идти? Да, только я не был уверен, что ты со мной согласен. Неужто ты совсем во мне разверился, Артур? Не, ну то, что ты на перестрелку идешь с одним револьвером, а я вот с винтовочкой, так ты навевает на некоторые мысли. Хорошо. Нам без того хватает. Угу. Ну, скажу так, да, игра очень медитативная, очень медленная. И не знаю, насколько это, конечно, хорошо, насколько это плохо. Но она размеренная. Они вот сейчас спокойно так добираются, идут. Сейчас будет перестрелочка. Нет, ну, перестрелки вроде как-то более, конечно, динамичные. Здесь крутой спуск, осторожно. А можно прокатиться на заднице прям. А, я думал, какая-нибудь тут это будет. Секретик, может, что-нибудь может будет найти. Просто так идешь, раз, как бы не заметил. Ну, давай, Артур, ну, чутка прям вот. Давай, давай, блин, ну побыстрее можно, а, ну... Ну чё мы там спускаемся? Сейчас в любой другой игре просто вниз спрыгнул, да и все, перекатился, восстановил здоровье, да погнал. О, может я пойду вперед? Тебя они хотят прикончить первым. Ничего у них не выйдет, нет. Но если учесть, как нам везет в последнее время... Тихо, давай сначала спустимся. Ну давай. То есть никто не видел двух здоровенных мужиков в черных одеждах на снегу, которые идут по горам. В 300 метрах от лагеря. Ну, неплохо так, что неплохо. Так, дач. Так, ну, достанем на всякий случай ружье наше. Давай, 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 шагай уже. Шагай, пригнись. Ага. Ну все, мы теперь просто короли незаметности. Удержите L1, чтобы открыть селектор оружия, выберите оружие с помощью, а затем отпустите, чтобы достать. Сделал. Опаньки. А, это наши. А я думал, ничего себе тут стелс. Так, давай ага, все, где можно спрятаться, уже нормально занято. Прекрасно. Прям, вот прям супер, честно сказать. И где мне спрятаться? Вот у этих ящиков вблизи. Ну, давайте, чё. Скорее, пока тебя не заметили. Ага, во, все. И чё дальше? А вот этот вот, чё, где, куда? Ну, и... А, укрыться за стеной. Все ясно, Артур, займи позицию. Все ясно, пара, доньте, пацаны. Все. Так, что будем делать дальше? Я смогу разобраться с ними, если хочешь. Ты понятно. Так, ну и что дальше? Решай, решаем. Ладно, тогда ты вперед иди. Все, пошли, удачи. Ах, не туда вообще. Да, прям это. У вас низкий уровень здоровья. Да мне только что шляпу скинуло. Как думаете?
Так, а что у нас есть? Эй! Сумка! Открытый пузырек с лекарством. Ща, подожди. Оп! Бахнули. Так. Эй, эй! А чё? Ны-ны-ны. Ну, давай, давай, давай. На. Где еще они тут? Ага, они вот за этой постройкой. Неплохо так стреляю. А, вон он на крыше, точно забыл про него. Вот и падает. Все, эх, это вот там он мне сандолили пулю. Там еще крошка осталась. Ай, чуть-чуть. Пойдем, пойдем, пойдем сюда. Ну же, ну же. А ну как ты там твоя башка, милый. Ага. Понеслась. Так, ага. Ах, да тут их сколько. Сейчас меня тут это шваркнут. Ага, понятно, я понял. Ну, глянь, он там что-то целится, да, по мне? Держи. Куда ты вылез? А, он перезаряжается. Не успел перезарядиться, ага. Ну же, ну же. Там-то их всего малость-то осталось. Он там, он где-то один. А, он там что-то где-то отстреливается. А мы его сейчас сзади обойдем, сзади обойдем. Ага, вот это и дружище. Вот так. А, все-таки он умеет прыгать все-таки. Прикольно. Так, тут прям вот он где-то впереди нас. Так, мы вот так вот. Так, а где ты? Ох ты ж, а откуда ты стреляешь? А, вон оно. Вот так, вот так. Нормально, я тебе... Ого. Тут где-то он еще, прям вот здесь вот. И в том доме. А, вон он. Ах, мимо. Отсюда еще... Эх, перезарядка не вовремя началась. На. Это самая быстрая рука на Диком Западе. Ага, залезем. 6 патронов карабин, отлично. Отлично, прям вот где-то здесь он один. А, да вот он. А я косой, вот как я не знаю кто. А, кровь прям на снег. Кажется, это все. Обыщите трупы, заберите все ценное. Ну, неплохо, да. Не с первого раза, конечно, но все же, конечно, нет. Коль ему плевать на своих людей. Так, открытое чё там, чудо-зелье, что ли? А, золотые карманные часы, неплохо. Мародерничаем потихонечку. Так, ага, он даже они помечены будут. Они будут помечены. Где-то тут их было прям... А, вот, вот здесь вот. Прям можно смело прям такие это поживиться. Добычей. Трофейчиками. Так, 3 патрона. Ром. Ром, это хорошо. Парни, осторожно, из леса еще идут. О-о-о, начинается. Начинается. Тогда я последнего грабану. Тут не то, что с лесу, тут еще и это мою шапочку они. Оружейное масло. Устраните парней Дрисколла. А что, их много идет? Ох ты ж, ничего себе. Дач-то, куда ты вылез? А, это свой, да? И он так... Не будем с револьвера. Ага. Дачку ты еще вылез. Вон там они. Эх, не, ну он что, он такой сильный Рэмбо, что ли? Так, а почему вообще, чтобы включить ага, меткий глаз у нас тут есть. R3, чтобы включить меткий глаз, и что это будет? А, замедление. Вот так вот прям. Ну такое. Может, конечно. Что как-то может. Можно будет прокачать. Будем обороняться или нападем. Что, их еще что ли? О-о-о-о-о. Так. Пойдем вперед. Пойдем и прикончим их, да.
Пойдем, прикончу. Ну пошли все за мной. Я вот знаю. Миа, не, глю. Да и чё хорош. Обороняться это не наш. Да не наш метод. Если потом шапочку покрасивее найду. Ох ты, глянь, сколько они которые вообще все летят. А, я вижу тебя. Нет, это наш. А, вон ты, я тебя тут тоже. Нет, это тоже наш. А, ну мы же как пошли же, да, мы же. Оп. А, не добежал. Да. Так, их осталось двое. Один. Ноль. Расходуем предмет, находится в селекторе. Ага. Так, ограбим. Эти трусы убегают, молодцы, ребята. Шляпа, где моя шляпа? Так, и чё? Оружие. Уход за оружием. R1. А, ву, а, вон чё. Я понял, как это делается. Немножечко, как бы понял. Так, и чё у нас? От чудо-зелья, ага. А, вон чё, всё хорошо. Выберите тоник меткого... меткого глаза. Где этот тоник меткого глаза? Тоник здоровья, тоник выносливости. Провиант, провиант, провиант. Тоник здоровья. Тоник выносливости. Тоник меткого глаза. Ага, погнали. Меткий глаз. А, это не моя шляпа, да? Ну, что ж такое, что ж поделать-то? Ограбить. Бандит Дрискола, да. Дрискол. Так, надо немножечко как бы это. Ага, Ром, хорошо. Встретиться с бандой. Ну, это шмана всех. Обыскивать всех. Смысла нет. Так, молодцы, ребята. Я хорошенько тут все переворошим. Так мы и так вроде уже переворошили. Компас. Ага, ага, компас. Билл, иди обыщи тот. Используя компас, можете, наверное. Артур, посмотри в здание слева. Где? А, вот. Ищите детонаторы, взрывчаточку. Ага. И что тут у нас интересного есть? Консервированные овощи. Да, крекеры, конечно. Сигару. А что бы не взять? А что бы не взять? Так, тут ничего нет. Так, сундук осмотреть. Опа. Бурбончик. И кошелечек. Угу. А, вот еще что-то тут стоит. Бурбон. Сигара. А и что за штука? А, это ничего, это какая-то свечка. Динамит. Сансон Брос. У-у-у. Здесь вроде то, что надо. Что скажешь, Билл? На вид хороший, пахнет как надо. Пойдем. Мы все забрали, вроде бы да, босс. Это было у одного из них. Спасибо. Как раз то, что нужно. Да, любопытно. Тут что-то про поезд, который они собирались ограбить. Мистер Левин Кроун знает, что. Что он знает? Залезайте обратно, двигаемся дальше. Ну, погнали, погнали, залезем дальше. Подвигаемся дальше. Так, да, небольшую склеечку сделаем сейчас вот на этом месте. Потому что по времени уже получается долгий ролик. Хотя, с обрезочками придется немножко стараться. Так, похоже, вот вернулся и в строй Джон, Мак, Чарльз и Шон, я уверен. Я знаю, что все они вернутся. Посмотрим, посмотрим. Ты не убил Кольма, но это наверняка заварушка будет для него хуже пули в голову. Особенно после того, как мы ограбим этот поезд. Не, ну почему нет? Да, это мы еще посмотрим. Да, обязательно. Ты же знаешь, что он будет отмстить. Конечно, как и все остальные. Да, все что-то нам мстят. Но мы будем держаться на шаг впереди. Мы всегда должны знать, где они, до того, как они узнают, где мы. Стратег. Мы были неумелыми, нерасторопными. Больше такого не повторится. Ну, конечно, не повторится, ты чё. Уже разочек так это. Обожглись, я так понял. Так, парни, поднажмите, давайте поскорее вернемся в лагерь. Что тут интересно, далеко до лагеря? Или так получается, что там тоже метров 300 пройти пешочком и лагерь?
Да, вот единственное, что очень сильно, конечно, здесь удлиняет, скажем так, время прохождения игры, это вот длительные такие скачки. О, не убиваю его, может оказаться полезным. Догнать, догоните и набросите на бандита лассо. А, вон что. Так, а я еще где лассо? Ага, о. И как это? Ну, удержите L2, чтобы приготовить лассо и направить его на бандита. Ага, я понял. Так, ну, я не знаю, чем быстрее я жму, все равно. Ага. Ага, ха-ха. А ну, пошли. Хе-хе. Потащи его, черт, нет. Ну-ка, лошадка, давай немножко. Но не убивать, сказали, не убивать. Оп, еще раз. Так, удерживайте L2 и слезьте с лошади. Ага, нажмите 0 вблизи бандита, чтобы связать его. Ну иди сюда, иди сюда. Че там барахтаешься? Связать. Оп, ничего себе, он его быстро скрутил в бараний рог. Вы меня с кем-то перепутали? Да, конечно. Так, ну, ограбить, естественно, ограбить. Мы же бандиты, надо ограбить. Может, что у него интересное будет. Серебряный карман, часы, неплохо. Так. Главное, только пусть не кусается. И не... Можно положить, ага. А может, водичку его положить. Или бросить нельзя, вот так раз и... Так, ну, что ж, ладно, бросать не будем. Так, погрузить. Походу придется ему намять бока уже, ага. В лагере в нашем. Так, и куда? Да, а. Кратчайший путь к месту назначения показан желтой линией на миникарте. А, все, ну, пойдем. А, ну мы тут одни, они пошли назад. А мы одни тут. Поплыли, че, по снегам. Вернитесь в лагерь, ага. Туда, где тебе не понравится, мы тебя везем. Зачем? Что вы со мной сделаете? То, что тебе не понравится. Так что прибереги силы для воплей. Нет, не надо. Но это Дикий Запад. Это Дикий Запад, поэтому назван Диким. Так, компас, конечно, хорошо. Но сделаем обычную карту, чтобы горело. С ней как-то поприятнее, что ли, как-то. Но она гармонично вписывается, по крайней мере. Так, ну, что-то как-то это. Сейчас лошадушка наша устанет еще экранкой, да? Ну, не как Ведьмаки, по крайней мере. Там 15 секунд у нее спринта, и все, и плотва сдохла. Так, ну все, как бы силы на исходе у лошади. Придется немножечко вот так вот двигаться. Не супер быстро. Они мне ничего не рассказывают, честно. Да ладно. Мы уж сами там решим. Ты хочешь испытать мое терпение, да? Если так, то все тебе кости переломают. Да и успеем его. Простите, простите, ладно. Больше ни слова. А, ну вот и пришли, вот и пришли. Или нет? А, ну, тут дорога же, да. За носом лошади. Так, ну все, мы пришли. Так, ну, привяжем, привяжем. Как же без коновязи. Так. Снимем его. Оп. И отнесите бандитам. Не волнуйся, они очень милые в хижине. Бежать. А, ну можно с ней бежать, потому что вот так вот идти, но это так долго все будет. Ага, все, погнал сниматик. А, ты нашел этого засранца, ага. Поймал его очень хорошо. Добро пожаловать, теперь это твой новый дом. Надеюсь, здесь тебе понравится. Хочешь, чтобы я завязал ему язык? Нет, мне все равно, что он не скажет ни слова правды. Мистер Уильямсон, свяжите этого засранца понадежнее. Пусть сперва проголодается. У меня есть поговорка, друг. Мы стреляем в тех, в кого надо стрелять. Спасаем тех, кого надо спасать. И кормим тех, кого надо кормить. Вот мы и разберемся, что с тобой делать. Самому не верится. Подручный Дрискола в моем лагере. Нет, я не его подручный, мистер. Я этого гада терпеть не могу. Как скажешь, сынок. Молодец, Артур. Жаль только, что Кульма не прищучили. У нас еще будет такая возможность.
А теперь надо подумать, получится ли у нас ограбить этот поезд. Ладно. А вот шляпу мы куда-то потеряли. Без шляпы, конечно, не то. Я так понимаю, ему, наверное, очень холодно. Так, на следующее утро. Так, что мы будем делать? Ага. Так, ну, здесь пока что мы остановим наше прохождение. Дальше пойдем чуточку позже, немножечко отдохнем. Так что, господа, подписывайтесь, ставьте лайк, оставляйте комментарии. До новых встреч. Пока.